Всем привет! Продолжаем знакомиться с главами книги «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу. Падение Самсона. И сказал ему Далида: «Как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною? Вот ты трижды обманул меня и не сказал мне, в чем великая сила твоя, и как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его тяжело стало до смерти». И он открыл ей все сердце свое и сказал ей: «Бритва не касалась головы моей, ибо я Назарей Божий от чрева матери моей. Если же остричь меня, то отступит от меня сила моя, я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих, и усыпила его Далида на колени своих, и призвала человека, и велела ему отстричь 7 кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и я освобожусь», а не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза, привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями. И он молол в доме узников. Между тем волосы на голове его начали расти, где они были острижены. Текст по книге «Библия» в иллюстрациях, гравюра на дереве Юлиуса Шнор фон Карсфельда с библейскими текстами по синодальному переводу.